Опаньки, всем привет, друзья, меня зовут Николай, канал Boy Games. Продолжаем челлендж. Короче, за кадром все вкачано. Пуха куплена. Это тоже сделано, но это прям вообще прекрасно вкачано. Очень красиво. Вон чертова уровня топ. Этот не прокачан персонаж, он на замену. Тут как-то так. У Киви, блин, броня соточку. Так, тут как-то вот так. Здесь тоже атлас дали. Здесь бронька. Здесь тоже бронька. Ну, атаки, конечно, 131, это топчик. Ну и болт третьего уровня, кольцо и меч. Все. Надо идти геш пораскидывать. Куда ты полез, блядь? Ай, хорошо. Всем приятного, кофеёк. Пятихаточка, да, ребятки, пятихаточка. Это крестья не в тапки срать. Лучше вон так ударил, ладно. Много у них. Про вас я вообще забыл. Так. Доберешь? А, блядь. Опыт, конечно, тут я уже не получу, но мне... Ай, хорошо-то как. Нет, наверное, надо пока похилиться. Не доберу, да. Хм.
силы, будьте здоровы, точно не доберу, блин. Блин, там маг не... Маг, короче, открытый там. Тебя не жалко, ты все на замену. Я про это забыл, да. То, что этот ублюдок сейчас заклинание накинет, да, это по-любому. Гнида, блядь. Пизда. Блядь, прикинь, он самых сильных, сука. Вот ублюдок, блядь. Вот конченый, сука, пидорас, а? Вот это сложное дело вообще конкретно. Ну мог ты на единицу меньше отнять, хуеплёт ты каменный, блядь. Блядь, ну нахуя этот уёбок это сделал, а? Ай, блядь. Блядь, конченая игра, блядь, конченая. А толку хули, блядь? Хули толку? Ради Феникса. Я ебёшь, блядь, да что за пиздец, а? Ты, суки, нельзя дать выжить. Ты просто мразота, блядь. Ну не делал он так, этот ублюдок. Не делал, блядь. Надо было, сука, сделать ему это заклинание, ёбаное. Блять, эта игра подкручивает к компьютеру. Вот объясни, почему он не попал? Ну почему? Я не знаю.
У меня гореть опять начинает. У меня опять гореть начинает, сука. Вот ты ублю... Блядь. Я сейчас игрессаться буду. Ну да. Я игрессусь. Я ебал. Но все же было нормально, блядь. Нахера? Просто сдохли и все. Блять! Я ошибаюсь просто как школьник, сука. Хуйню делаю, не знаю почему. Я делаю хуйню, сука! Столько полегло народу тупо из-за того, что дебаф сраный, блять. Ой, блядь. Да съебись ты, сука, отсюда. Пиздец, пати осталось, охуенная, блядь. Просто легли нахуй и все. Да хорош, ты ёбнутая что ли, блядь? Взять и добить, блядь, у меня просто горит, блядь. Почему на запись постоянно такое дерьмо происходит, блядь? Правильно, ибо нехуй.
вне записи, блядь, все окей. Только включаешь запись, начинается какое-то дерьмище, блядь. В чем, блядь, юмор, я не понимаю, нахуй. Я просто тупо не понимаю, вот реально, блядь. Ну, сука, знаешь, что на той броне висит? Хуярит эту, пидорасы ебаные, блядь. Пошел нахуй отсюда, сука! Блядь, как горит жопа, сука, сейчас выкину нахуй монитор в окно. Да мне бить надо, а не хилиться. Сто тридцать два, охуеть. Давай. Понятно. А, ну да. Хуйню сделал, блядь. Бля, я не знаю, что происходит со мной, сука. Я хуйню делал. Минус Сара, ебать. Бля, я хуйню делаю какую-то, сука. Я хочу просто на сколько бой пройти, а у меня не получается. Я должен на изи это проходить, блядь, что происходит? А, да, он же сдох. Я хотел сказать, где Казин, а он сдох. Ой, ублюдок. Бей вон камушки. Ты больше ни на что не способен. Ну, по идее, должен добирать. Ой, да иди ж ты нахуй, а. Матерюсь, ребят, много. Бесит. Бесит. Да иди ты нахуй! Ублюдок, сука, тупой, блядь. Ой, как горит жопа, ёбаный в рот. У
меня просто, сука, полыхает. У меня просто... А если не успею его добить? По идее должен, ладно. 150 хп должен. Блядь, 19. Убегай. Да тебе, ублюдок. Фух, ладно. Никому добрать, смотри, сейчас ходить будут. Да. Игра пидоров опущенных, ублюдских. Бля, сейчас у него опыт не получу, его головешку убьет, блядь. Косяк. Он самовыпилится, короче. Хей, ебать! Лох ёбаный, блядь. О, бомбари пошли. Иди нахер отсюда. Пиздец, блядь. Это все из-за демона вонючего, он накинул, блядь. Так бы я еще быстрее раскатал его. Никчемная тварь, блядь. Но хп много, сука. Бля, будьте здоровы. Ох, ебать. Ладно. Но бой прям хуёвый вышел. Ну жирный ешь, 500 хп, жирный, конечно. Пятьсот хп тебе не в тапки срать, блядь. Потихоньку к концу движемся, блядь. Ну, что будет в конце, хер знает. Хорошо, хоть замены еще есть. Потому что кентавр полное говнище. Так. Да, давай, заебал ты. Пиздеть.
Да. Мадл, это убийственная хрень для меня, совершенно убийственная. Такой херни нахер не нужно. Классический маг, да, под конец игры? Блин, ну я не знаю. Здесь сколько народу полегло, ебануться. Раз. Два. Три. Четыре. Ну это ладно, пять. Шесть. Поупать. Он меня, сука, снес по упати. Так. Пойду заберу. О, даже рандомить не пришлось. Может, есть что прикольное? Да нет, тут одно говно. Мифрил даже один. Да он мне он уже не нужен. Так. Да я тебе продам вот это. 7 кусков, кстати. Вот это нахуй. Вот это мне уже не надо. Вот это не надо. А вот это на секреточку, ребятки, секреточку. А это так в загашнике. Если сейчас лимона буду брать, блять. Стоп. Банки надо передать. А чё они просто так валяются там? А остальные докупаем. Зачем, блин, ну? Я просто значок меча увидел, ну, надо передать то, что в пати. Ладно, одна банка.
Одна банка. Ладно, пофигу. Так, теперь... Блядь, я не знаю, ну... Кого брать, не знаю. Вот дилемма-то. Взял бы обоих, но некого выкидывать, кроме коня. Некого. Чё по статам? Блин, третьего уровня, да? Блин, наверное, надо мага брать. Наверное, надо брать. А сколько у него манны? Блин, манны у него много. Наверное, я мага возьму, ребятки. Блять, он, ну его 19 уровень меньше, чем у коня, блять. Welcome. Уйди оттуда. Тебя сколько я снесу? Но это должно на изи пройтись. Тут нету ублюдков. Или есть демоны? По-моему, один, по-моему, должен быть, да? А, не, нету. Тогда вообще хуйня. Но это неплохо. Добежит. Но так ничего мне не сделает. А, иди отсюда, нахуй. Отлично, так и задумано. Вот так делаем, потом магом добираем. Все. Ну
сам, конечно же, дойдет. Вот в чем прикол. Воу, хорош! Если он, конечно же, дойдет. А он может не дойти. Потому что я знаю эту игру, а он, наверное, не дойдет, кстати. Одной клетки не хватит. Хотя у него третий фриц есть, расстояние. Может и прокатит. Не ты мне нужен, не ты. Ну, ты будешь ходить? Нет, упырь, блядь. Ну, ходи, пожалуйста. Сказал, блядь. Ладно. Подождем еще. А вот это плохо. Ой, гнида какая, а? А, ладно, я сейчас четвертую ауру юзану и забью на все. Просто забью на все. Хи-хи-хи! Нельзя бить, к сожалению. Блин, сейчас... Я таю, сейчас сбрею, блядь. Лучник гребаный бесит, сука. Повезло, что он это сделал. Хорошо, он мага не ударил, блядь. Блядь, как хорошо, что он мага не ударил, а? Мне просто повезло. Я сказал, опущенный пидорас. Да ну нахуй. Да ну! Да ну! Ну сколько можно, блядь? Я в шоке. Ну почему так слабо? Ну... Ну чё началось-то? Ну чё началось? Ну что началось-то, блядь? Нельзя, надо уходить. Мне мага надо качать. Ну что за бред, блядь, что происходит в этой параше, блядь, а? Чё это началось, блядь, ну пиздец. Бля, я теряю время. Мне некогда большой ролик сегодня писать, но мне надо бой да пройти. Да, блядь, ты будешь ходить нахуй, ёбаный яха, блядь. Пиздец какой-то происходит, я в шоке, блядь.
Он не хочет ходить, блядь. Конченый. Ой, конченый, блядь, ты просто конченый. Это пиздец. Ну что, почему маги такие... Ну я понимаю, что они тряпочные, но... Ай. Сидишь тут, ковыряешь им уровнем, он подходит с одного удара, тебе фул хп сносит. Ну это нормально вообще. Фул хп, блядь, понимаешь, фул хп. Ах, а чё, я ничего сделать... Тебя тут никогда не было, по-моему. Пошёл ты нахуй. Горит жопа, да. Просто горит, блядь. Не, лучники это зло, блядь, это зло, сука. Это зло, блядь, это пиздец. Я жду просто мага качать, из-за этого не добиваю, но... У меня такие тряпошные некоторые герои, блядь. Магика, не, ну я понимаю, но... Когда на записи время ограничено. Играл бы вне записи, пофиг вообще было, хоть 10 раз переигрывай, блядь. Ладно, сейчас попробую спокойно отыграть. Без нервов. Спокойно, без нервов надо отыграть. Ой, а не получается. А не получается. Мне приходится вот этой хуйней заниматься. Прикрою, а что делать? Ладно.
Сейчас уровень будет на следующем мобе. Хорошо. Отлично. Она его снесет, я не буду. О! А я просто похилю. Спокойно сыграем этот бой. Спокойно. Без нервов. Я открываю мага, ну ладно, я так встану. А маги все как на ладони, блядь. А мне приходится ждать, понимаешь, из-за этого слив происходит. Я тупо жду. Я удивлен, что она выжила. Просто, сука, тупо удивлен. Не надо пока ничего делать. Давай, ладно. Не надо. Я магами рискую очень сильно. Но они помогают оставлять вот эти вот копейки, чтобы добивал час. Ходил бы он почаще, было бы все здорово, он не ходит ни хера. Ну вот, 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 блядь! Ублюдок тупой, блядь. Если бы он сейчас сдох, я бы просто выключил запись.
Блять, его качаешь, 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 качаешь. Блять, он, сука, херня страдает. Да, он только что ходил, надо было того добивать, но меня бесит. Да, я знал это. Приколюхи, да. Ладно, надо еще отхилить ауры и все спокойно, без нервов, спокойно доиграть. Но у меня, блядь, горит жопа. Две броньки дают, хорошо. Надеюсь, он успеет сходить и добрать. Я, блядь, очень на это надеюсь. Нет, он не ходит. Блядь, ну ты просто конченый. Мне сейчас просто повезло. Он не ходит, он не ходит. Блядь, он не хочет ходить, блядь. Как мне приходится страдать из-за этой прокачки мага. Как же приходится страдать. Но я сам его выбрал, я понимаю. Ну не так же больно, не так же, блядь, ну не так же. Ну не так же. Это ж лютый ад. Уйдите уже, ну. Просто атака, просто. Блять, урод, а. Конченый. А у него брони нет. Все, походили ублюдки. Thank you.
Я опять рискую, а мне деваться некуда. Меня реально бесит лучники. Ну смотри, я подбил конкретных всех. Не тот маг ходит, сука, не тот. А того сейчас убьют. Блять, только главного не убейте, блять. А то я охерею вообще тут. Мне надо так встать прикрыть. Надо лучника добирать. Сейчас, пожалуйста, походи, я тебя умоляю. Ну, он... мне просто повезло, что не мага бьют. Это мне не надо. Как же страдально это все. Если бы не маг качать, я бы всех разнес бы тут уже. Ясно. А вот за это спасибо. Чтоб наверняка. Надо дотаскивать, брать меч, да и заканчивать.
Ну, блядь. Я рад промаху, честно. Пофигу, что черепах сольется от мага. Там срать. Я ненавижу лучников. Да, маг убьет ее, к сожалению. Можно так попробовать прикрыть. Тяжело одного перса качать, тяжело. Блин, у него ХП нет. Повезло. Нахер его, чтоб не хилил. Хорошо. И нахер я старался. Ладно, нормально. Отлично, отлично, отлично. Он может эту херню заюзать, не надо. Thank you.
Фух. Не успел. Закрыть не успел. Фух, ладно. Фух. Нахер. Это жесть. Это было жестко, да. Я даже по приколу одену. Да нет, то ты юзаешь, дурак, что ли? Сейчас дойдем, да и закончим. Заодно посмотрю, сколько у него здоровья. Да, следующая серия будет долгой.
Заканчивать надо, надо заканчивать. На соточку больше. Ладно, все, ребят, давайте на этом закончим. Это жестко было. В следующей серии продолжим. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, все по тику по ВКонтакте. Смотрите влоги, все это в следующей серии. И всем пока.